Там мы с чеченцами говорили, любит, как он любит, любит, не любит. Он любит ее, но он любит не только потому, что он любит ее, а потому что в ее лице это для него связь со всем миром. Он, наконец, становится равным, свободным. За москвичку, за москвич. Да, он женился на москвичке. На, причем не только на москвичке, а на москвичке из Кремля, понимаете? Да, 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 да. Такая... Ведь для них он дикарь. Ну да. И поэтому дикарь. И вот эти все моменты, заколдованный платок. Угу. Это же все как... Не христианин. Не христианин, не да. Он знает, как они о нем думают. Угу. И он про это рассказ специально. Он как бы... А она говорит... Для нее это просто... Да, она говорит... Может, там действительно что-то есть? Mm-hmm. А там не влиятельным человеком. Этого, это видит Яга, абсолютно точно понимает. И в нем он как-то странно... Ревнует? Он вот в каком-то смысле, да, но он... Но мне ощущение, что так как Отелло поменял вектор, он раньше служба... Ну, как бы, вот эти простить все были... Простить ему не может. Он ему не может простить. Предательство. И он, с другой стороны, как будто его спасает. Да, он выдумал это. Но, выдумщик. Но, да, но это выдумка с очень таким желчным смыслом. Потому что это взгляд европейцев на этих странных арабов. Это понимаешь? Богатый. Ба! Конечно!